«Золотая молодежь» в правильном понимании этого термина. Во вторник в региональном правительстве чествовали лучших выпускников 2017 года. Тех, для кого 11 лет за партой завершились большой победой. Для нас очень важно, что растет такая замечательная смена, которая там через 5, через 10 лет придут на наши предприятия, в наши учреждения, будут руководителями, специалистами. Кстати говоря, вы сейчас сидите за столом правительства Ивановской области, и будем считать, что это символично. Поэтому если кто-то из вас решит посвятить себя государственной деятельности, то милости просим, потому что мы вот с Виктором Владимировичем не собираемся уж очень долго занимать эти места, и с удовольствием уступим их вот такому вот замечательному подрастающему поколению. В зале 20 выпускников. Среди них ребята, получившие аттестаты с отличием, стобальники по итогам ЕГЭ, победители и призеры международных и российских конкурсов, олимпиад и соревнований. Чтобы оказаться здесь, каждый из ребят приложил максимум усилий, трудолюбия и упорства. Настя – выпускница 4-й школы. У нее золотая медаль и 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку. Для девушки этот результат стал радостной неожиданностью, учитывая, что по складу ума она – математик. Была очень удивлена, мне позвонил классный руководитель, я даже не ожидала. Очень страшно было сдавать русский язык, потому что это, наверное, мой самый проблемный предмет, поэтому я более серьезно к нему готовилась, чем к остальным предметам. И получив такой результат, я была в приятном шоке. Конечно же, сразу позвонила родителям. Мама тоже на другом конце телефона чуть ли не плакала. Перед молодыми людьми теперь стоит нелегкий выбор. Выбор, который определит их будущее. А золотые медали из рук губернатора – это символ их успеха. Первого, но, судя по всему, не последнего. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.